Так, ну что же, всем привет! Сегодня третий день моего велопутешествия. Сейчас 9 часов, только что вот собрался. Свою палатку не сушил, так как, не знаю, здесь, во-первых, и солнца нет, и бесполезно. Вон, как видно, он сейчас пошел, с деревьев капают капли воды. В общем, вчера во сколько? 8:40 я сюда приехал в Лиду, ну и начался, ну уже капал, начинал капать уже дождик. Все-таки быстро собрал ту палаточку и вот здесь разместился. И в 5 утра, даже в 5:20 проснулся, ну и ждал, пока дождь и шел еще в 5:20, 7:20, 8:20, не, вернее, 8 я уже заканчивался, 8:20 я начал собираться. Ну где-то минут за 40 я все это собрался. Палатка, сам тент этот, верхний слой палатки, сколько его, наверное, минут 40 или 50 он пробыл, я его здесь развесил, бесполезно, он как мокрый, как и был, и так и мокрый его и уложил, в общем. Так, что на этом? Вот сейчас, кстати, по поводу мыслей материальных, только я подумал как-то вот о бицепском маньяке, но здесь такая, это не лес, такой, так сказать, что ли, роща, я бы сказал, ну, отчасти, короче, смешанный такой лес, да? И вот буквально, наверное, в метрах от меня мужик какой-то с этим, с таком тесаком идет с ножом. Блин, думаю, нифига себе. Ну, короче, прошел мимо, но это не по грибы явно он и шел. В общем, такая вот история. Но я сейчас направляюсь в Лиду, назад еду в Лиду. И потом, наверное, поеду в Новогрудок, а потом в Ивье, наверное. Посмотрю, как будет у меня там по времени. Вообще, ну а пока едем. Так, вот здесь мне вчера дали воды хоть попить, я когда был дождь. Сейчас проедемся. Это спортивно-оздоровительный комплекс Али. Так, сейчас подъезжаем к другому центру. Это, наверное, Ледовый дворец, скорее всего. Да, точно, Ледовый дворец по всей Беларуси. Сердечно запрошаем. Да, неплохо мне. У нас в Орше хуже Ледовый дворец. У нас Ледовая арена там называется. Ледовая арена, а тут Ледовый палац. Так, ладно, мы сейчас поедем в центр, а потом я сюда водички заеду собрать с собой. Взять с собой, вернее. Так. Классно, классно вообще. Супер, супер. Сейчас я сфоткаю даже этот палац. Так, вот въезжаем в парк. Парк очень тоже классный, тоже. Я вчера его хотел отснять, но дождь помешал. Вот, велодорожка отделенная, но все равно едут по ней. Ходят, вернее. Там вон мостик вижу. Вот такая вот Лида. Есть такое же предприятие, Лида Агропромаш. Хочу туда посмотреть. Несколько лет назад меня хотели сюда отправить работать на 3 месяца. Но как-то я не согласился. Так, вот, въезжаем в парк, в этот, парковую зону. Вот, хорошие лавочки, не то что у нас, вот, со спинками, такие вот массивные. И курган славы, курган славы. Сейчас я его объеду. Ох, как классно. Все так чистенько, цивильненько. Опа-па. Да, неплохо. Ну и там дальше. О, там озеро дальше. Ладно, потом я потом съезжу. Прокачусь. Да, здесь тоже. Не ожидал я такого, не ожидал. Вот во все стороны идут дорожка. Так, это у меня звонок, ладно. Так, его не примем. Я сейчас занят, как говорится.
Так, и вон дворники метут. Дворники все белорусские, нету чурок. Опа. Опа. Вон девушка побежала. Но мы возвращаемся туда. Опа. Вот это парк, я понимаю. Здесь это, наверное, выделена беговая или велодорожка, так я не понял. Так, что здесь у нас? А здесь у нас, как обычно, за героизм и с врагами молодой Советской Республики. Да уж. Вот так. Ох, и вдали там какие просторы. Да, парк вообще огромнейший. Такое можно только сравниться с Минским парком. Как он называется, забыл уже. Вот там, да, парк так парк. А мы сейчас, опа, разворачиваемся. И, опа, в другую сторону. Проедемся по парку, в общем. Классно. Та-тан-тара-царан-цан. Да, неплохо, конечно, здесь покататься. Что-то наподобие типа Минской велодорожки или такое что-то примерно. Как это, мини-велодорожки, я бы сказал, Минской. Ладно, мы тогда возвращаемся в центр Лиды. Да, шикарно, шикарно здесь. Просто супер. Так, сейчас подъезжаем к знаменитому дворцу, к знаменитой крепости. Так, сейчас подъезжаем к знаменитой крепости. Так, посмотрим сейчас пока. Какой-то камень вижу интересный. Что это за камень?
Ну, это основание, 1326 год. Так, здесь как бы не особо прочитаешь. Тих всех. Но это по на старославянской мове. Неразборчиво, в общем. Так, ну какой-то колодец, Типа колодца такого. Гэты камень установлен у гонар заснавання города. Ось такие. Гостиница Лида недалеко. Кажется, от меня находилась. Вот она вот такая. Так, так, так. А я сейчас подъеду к замку знаменитому Лидскому. Вот он, этот замок. Сейчас с другой стороны попробую подъехать. Да уж. Тоже, как я спросил, уже этот замок начинает работать с 13 часов, а мне времени как бы нету, пока пофоткаю, ну, уезжаю в Новогрудок. В общем, время поджимает, как бы не удалось там посетить, но как-то вот так. Так, сейчас вот приобрел себе, сейчас буду оплачивать
одежда из Европы. Вот такой магазинчик. Сейчас себе кое-что. Да. Вы проверяли, примеряли вас? Да. Смотрите, кто смотрели вас. Что? Дисконтная карта нашего магазина. Не надо. Так. 16 рублей, пожалуйста. Может, рубль у вас будет? Сейчас посмотрим. Ваш чек. Хорошо. Да. Спасибо за то. Завтра у нас новое поступление. Работаем. Все. Приходите. Так, вот такие штаны себе приобрел. Легенькие. Под велотрусы, кстати, пойдут. Сейчас все это мы ложим и в путь, дорогу на Новогрудок. Вот доехал до перекрестка. Вон есть у нас дорога, как видно, М11 или Е85 европейская. То есть на Дятлова, на Слоним. Не знаю, на Слоним хочу поехать. У местных жителей еще потом это посоветуюсь, как там стоит ли туда ехать. До Слонима отсюда 81. Но я еду на Новогрудок, это налево. Выехал я с Лиды примерно в 11:30 утра. Пока отснял материал, фоточки сделал. Ну и плюс там запутался. Ну, местных жителей спрашивал, запутался, как выехать вот на эту дорогу, на Новогрудок. То есть мне ошибочно там подсказали. Вот, где Новогрудок, вот он видно, да, вот туда поворот. Ошибочно мне подсказали не туда. Я, в общем, я проехал лишних, наверное, минут 40, а может и больше. Но мы сейчас направляемся. Вот дорога вообще классная. Вот сразу видно, что Гродненская область лучше, чем в Витебской области. Мне кажется, даже лучше, чем в Минской. Так, вот такие вот начинаются красоты. Везде лес. Так, до Новогрудка 38 километров. В принципе, она... Часа, может быть, я где-то к 2-3 попаду туда и, наверное, поеду на Иве. Тоже хочу туда попасть. Фух. Так, еще один поворот. Щучин, Гродно направо, нам налево. Какая-то вёска здесь. Не знаю, как называется. Что-то я просмотрел. Ладно. Нам вот сюда, до Новогрудка 32 километра. В принципе, нормально пойдет. Так, подъехал к реке Неман. Вот какая она широкая. И вон такие вот дали. Так, Новогрудка 24 километра осталось. И, наверное, это где-то мне часик езды, и я буду уже, как говорится, у конечной точки своего обеденного перерыва. Так, и начиная от Немана, вот такая идет велодорожка.
велодорожка вот здесь такая, ну, не совсем такая хорошая, такая немножечко, такие есть неровности такие, но ехать можно, как бы ямок нету. Фу, Новогрудский лесхоз, Березовское лесничество написано. Вот, в гостях у 12 месяцев предлагает. Это эколого-информационный центр. Вот, Березовка, вот я через Березовку проехал. Правда, не снимал ничего. Вот она. В начале и в конце такое все. Такая же самая надпись. Так, в общем, я не добрался до Новогрудка. В пути вот обратно у меня вот сломалось. Вот это, не знаю, крепление, как и у его. Может быть, там есть аргонная сварка, заварю где-нибудь. Пока вот, наверное, вот эту саму платку закреплю на руле как-нибудь, это уберу сюда, потому что, не знаю, надо как-то облегчить это все дело, иначе не доеду. В общем, так. Фух, продолжаем путь. И дальше. Так, вот пока вот так прошаманил все это дело, вот так сюда закрепил, опа, чуть не упал, закрепил палатку. Ну и здесь, кстати, вот нашел я у себя тут, фу, переделал вот этот кронштейн такой новый. Но этот, наверное, скорее всего, не знаю, что буду делать. Если будет там аргонная сварщика, то сварю другое отверстие. Но пока разгрузил, надеюсь, доеду, все нормально будет. Так, сколько у нас время? 13:49, 2 часа. Ну, в принципе, уже недалеко от этого, от Новогрудка. Так, сейчас возьму свой мультитул. И мы поезжаем, значит, сюда. Опа, какие ветряки. Да, давно такие не видел уже. Так, ну что же, день третий. Сейчас 3 часа дня. Ну и, конечно же, я приехал, как вы видите, в Новогрудок. Новогрудок самый, один из самых древнейших городов Беларуси. Когда-то был столицей Беларуси. И даже хотели его в Великом Княжестве Литовском сделать столицей. В общем, вот такой, 1044 года он. Ветряные мельницы везде крутятся. И там, и там, и там, везде. Итак, что хочу сказать по своему велосипеду. Или, может быть, не кажется, но я не знаю. Когда зацепил сюда платку свою, чтобы разгрузить заднюю часть, сразу чувствуется, трудно ехать. И, ну, соответственно, здесь физика, да, влияет. Не знаю, возможно, будет, надо будет что-нибудь по-другому делать, как-то разгружать свой велосипед, но так тоже не дело, как бы, вот в таком он пока состоянии. В общем, сейчас выезжаем в Новогрудок, там уже виднеется какой-то замок, я вижу, красивый, ну и тогда поснимаю. Да, и вот такая вот, типа, я люблю Беларусь, надпись такая. Немножечко так кривовато сделано, но сойдет. Так, сейчас выезжаем в Новогрудок. Хоть горочки классно спускаться. Сейчас посмотрим, что представляет себя этот город. Но вижу неплохо, неплохо пока. Сейчас поездим по нему, по нем. Новогас, Новогас, что такое? Какая-то, наверное, может, польская фирма. Рекламный щит. Ох, как классно ехать. Да.
Так, что-то они делают, какую-то арку, видимо. Так. Так, такой компактный, ухоженный город. Не то, что другие, смотрю. Какой-то европейскость чувствуется. Новогрудок. А у вас есть чабрец? Есть, конечно, вам это в сиропе надо или в растении? Мне чисто чай попить. А, растение чабрец. А сколько он стоит? Так, вот такая трава чабреца. Thank you.
нас было практически 15. Ну, если 16 человек, трое пьют вино. 16. И что-то... А у вас есть сахар кубиками? Нет. А, подождите. Не надо? Может, у меня есть? У меня есть? У меня да. Ну что, беда? Дай 2,50. Так, сахара нигде не взял, значит.
Ну, короче, не сказал. Да, вот такой вот городок. Сюрпризы продолжаются. Только сделал себе багажник. Сейчас здесь тросик лопнул. Все. Я пока без переднего тормоза. Но задний работает. Тогда вечером уже приеду. Там уже по ходу все сделаю.